Весна, наконец, берет свое. Столбик термометра на плюсовых отметках. А вот грипп пока не отступает. Врачи фиксируют рост заболеваемости. За прошлую неделю заболели более 9700 человек. Это в полтора раза выше так называемого среднемноголетнего уровня. По сравнению с серединой марта число заболевших увеличилось на 13%. Больше половины – дети. Минздрав республики ежедневно мониторит ситуацию.